Теремок ТВ. Вместе по лесу идут, собирают шишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки. Ла-ла-ла-ла. Сочиняют мастеря эти шалунишки. Ла-ла-ла-ла. Вместе радуют ребят мишки, мими-мишки. Мишки, мими-мишки. Книжное дело. Угощайтесь! Торт по новому рецепту! Очень вкусно! Объедение! Можно мне еще кусочек? Конечно! Ты, лисичка, молодец! Рада, что вам понравилось! Наверное, готовить очень сложно. У меня бы ни за что не получилось. Ну что ты, Соня? Я могу дать рецепт. С ним у тебя все получится. Правда? Сейчас принесу. Ого, как много у тебя рецептов. Так, это ягодный, а это морковный. О, мой любимый, медовый. Знаешь, Соня, возьми все рецепты и выбери сама. Спасибо, лисичка. Ой, лисичка, ну кто так хранит рецепты? Так можно все перепутать или что-нибудь потерять. И правда. А что же делать? Надо все твои рецепты, лисичка, собрать по порядку и скрепить. Тученце, ты гений! Мы с тобой сделаем кулинарную книгу лисички. Здорово! Спасибо, мальчики! Может. Это совершенно неправильный рецепт. Что случилось, Кеш? Целый стакан муки и только одна ложка сахара. Дай посмотрю. Тут так и написано. А еще написано добавить пол чайной ложки соли. Соли? Какой соли? Это вообще не похоже на торт. Может, лисичка ошиблась? Вот что значит хранить рецепты на бумажках. Конечно же, она перепутала. Лучше так. Взять стакан сахара и ложку муки. А остальное по вкусу. Нужно проверить остальные рецепты. Вдруг в них тоже что-нибудь перепутано. Тученце, сейчас мы их быстренько поправим. Загрузить бумагу и распечатать книгу. Цыпа с ногами на стол. Ученце, жми печать. Какая красивая книжка у вас получилась. Спасибо, Соня. Нужно показать ее лисичке. Хотя нет, лучше я испеку пирог по рецепту из книжки и позову вас на чай. Взять банку сгущенки. Странно. Ну, раз так написано в рецепте лисички, добавить 2 стакана сахара и муки по вкусу. Ой, как странно. Так, что там дальше? Ромашки в яблочном пироге? Очень странно. Придется добавить. Привет, Соня. Уже все готово? Не уверена, что у меня получилось. Но я все делала точно по рецепту из книги. Давайте скорее пробовать! Какой-то он слишком сладкий. И горький. Подождите, откуда в пироге ромашки? Я тоже удивилась, но так было написано в книге. Что-то не припомню у себя такого рецепта. Можно взглянуть? Точка, зачем ты добавил ромашки? Это не я. Кто? Цыпа, так это ты испортил рецепт. Вот бандит. Вот. Да здесь все неправильно. Откуда столько сгущенки и сахара? Это мы добавили. Мы подумали, так будет вкуснее. И немного поменяли рецепты. Теперь понятно. Не расстраивайся, лисичка. Мы переделаем книгу.
Очень вкусно, Соня. Объедение. Спасибо, мальчики. Вот видите, с правильным рецептом получился отличный пирог. Молодец, Соня. Можно еще добавки? Охотники за привидениями. Малиновое варенье сюда. Клубничное сюда. А вишневое? Мамочки, привидение! Здорово мы его разыграли. Ага, всего-то простынка, а столько криков. Тише, кто-то идет. Привидение, говоришь? Сейчас посмотрим. Ну и где твое привидение, Валя? Тут было. Саня? Соня? А вы чего тут делаете? А мы тут это... с привидением разбирались. Что? Ага, услышали крик Вали и решили помочь. А где теперь привидение? Все, его больше нет. Мы с ним как следует разобрались. Какие вы смелые! Я бы так не смогла. Вот, возьмите. За то, что освободили мой дом от привидения. Так это, нет проблем. Обращайтесь. Какое вкусное у Вали варенье. Ага, жаль только, что оно так быстро закончилось. Хочется еще чего-нибудь сладенького. Есть идея. Вместе по лесу идут, собирают шишки, ла-ла-ла-ла. Вместе песенки поют и читают книжки, ла-ла-ла-ла. На-на-на-на-на-на-на. Ого! Саня, ты слышал? Опять эти привидения не дают покоя. Только мы собрались торт делать. Помогите мне, пожалуйста. Я сделаю вам торт. Лисичка, не волнуйся. С привидением мы мигом разберемся. Нас. Но одним прощением вы не отделаетесь. Не сердитесь, мы просто
хотели пошутить. Ладно, только больше так не делайте. Не будем. Привидений можно больше не опасаться. Ура! А теперь давайте праздновать! Настоящий герой! Ну вот, отличное место для пикника. Да, неплохое. Вон там поставим сетку для бадминтона. Саня, поможешь? Не, Дучка тебе поможет. Конечно, Кеша. Я за хворостом для костра. Идем со мной, Саня. Ну нет, хворост это не мое. Если хочешь, помоги нам накрыть на стол. Не хочу, я лучше за Цыпой присмотрю. Идем, Цыпа! Всем помоги! Я же на отдыхе! Буду отдыхать! Цыпа, далеко не уплывай! Ой, Цыпа! Саня, хватай его! Ой! Ух, холодная! Ах, вот как ты присматриваешь за Цыпой! Да не волнуйтесь, я его спасу! Саня, ну что так долго? Ничего не долго, нужна разминка! Быстрее, Саня! Куда быстрее? Вода холодная, настроиться надо! Ай, нет времени! Держись, Цыпа! Молодец, Кеша! Ты такой храбрый! Да, настоящий герой! Тоже мне герой! Не мог подождать! Я ведь уже почти настроился! Давайте есть торт! Ух ты! Красота! А кому верхушку? Давайте Кеше! Справедливо! Да, Кеша у нас герой дня! Спасибо, ребята! Эх. Соня! Ой, ты зачем сюда залез? Только тихо! Хочешь мой скейт на целую неделю? Твой новый скейт? Конечно, хочу! Тогда помоги мне! Идем! Ты точно все продумал? Точно, точно! Залезу по этой веревке, спасу тебя, и мы вместе спустимся. Тогда все увидят, кто у нас настоящий герой. Ну ладно, мне уже звать на помощь? Подожди, надо спрятать веревку. Все, зови! Мой день! Спасите! Помогите! Ой, это Соня кричит! Помогите! Да, это Соня! Ей нужна помощь! Туда! Спасите! Помогите! Сейчас упаду! Не волнуйся, Соня! Я спасу тебя! Тут надо что-то придумать! Ничего не надо придумывать! Ведь настоящий герой уже здесь! Смотрите и не мешайте. Да, спаси меня, Саня. Ой, все под контролем. Соня, ты повиси пока. Не хочу висеть. Ты обещал, что все сработает. Саня, так это ты все подстроил? Эй, снимите меня, я уже устала. Соня, держись! Ребята, вы настоящие герои! Спасибо вам!
Видишь, Саня, чем заканчиваются такие подвиги? Я все понял, друзья. Простите. Я не хочу быть нечестным героем. В следующий раз спасу кого-нибудь по-настоящему. А пока можно мне геройского тортика? Сюрприз для мальчиков. Привет, лисичка! Привет! Сегодня мальчики будут вешать скворечники. Пойдем смотреть? Обязательно! Я как раз готовлю для них сюрприз. Какой сюрприз? Торт! Спрячу его в лесу за камнем. И в самый торжественный момент достану. Здорово! Вот ребята обрадуются. Только это должен быть сюрприз. Поэтому о торте никому ни слова. Конечно! Гвозди положил, молоток. Так, что еще? Уже собираешься в лес? Ага, что можно взять с собой из еды? Можешь ничего не брать. Но я же проголодаюсь. Не беспокойся, лисичка все предусмотрела. Она что-то приготовит? Торт! Ой! Что? Я не должна была этого говорить. А еще в моем скворечнике будет кондиционер и автоматическая подсветка в темное время суток. Кеша, привет! Твоя машина времени еще работает? Я переделал ее в часы с будильником. Это было слишком опасное изобретение. Что же делать? Тогда можешь одолжить стиратель памяти? Стиратель я разобрал на детали. Из-за него одни проблемы. Ну вот. А что случилось? Я нечаянно сказала Сане то, что не должна была говорить. Какой-то секрет? Да, про то, что лисичка готовит вам торт-сюрприз и спрячет его за камнем. Ого! Здорово! Ой, опять проговорилась. Что же теперь делать? Все в сборе? Да. Да. Тогда за работу! Осталось только покрасить. Фуф, что-то я проголодался. Скоро появится лисичка с сюрпризом. Правда? Да, интересно, с чем будет ее торт? Торт? А откуда вы про это знаете? Мне Соня сказала. И мне. Здорово, что лисичка решила устроить такой сюрприз. За работу! Чем быстрее закончим, тем скорее будет торт! Лисичка, прости, я случайно проговорилась о твоем сюрпризе. Никакого сюрприза не будет. Я не успеваю испечь торт. Как же так? Но ведь ребята теперь ждут. Давай я тебе помогу. Здорово! Тогда надо поторопиться. Что-то лисичка не торопится с сюрпризом. Я слышу шорох. Наверное, это она. Нет, это сова пролетела. Кажется, Соня говорила что-то про камень. Так, если торт не идет к Иннокентию, тогда Иннокентий идет к торту. За мной! А вот и наш сюрприз. Хе, может быть, Соня нас разыграла? Видимо, да. Ну, тогда повесим скворечники и по домам. Готово! Сюрприз! Торт! А мы уже и не ждали. Да, собирались идти по домам. Угощайтесь!
Очень вкусно. Спасибо, лисичка. Спасибо, Соня. Без нее торта бы не было. А еще мы приготовили для вас компот. Вот это сюрприз! Странные обычаи. Спасибо, что пришли на мое традиционное чаепитие. Сейчас я покажу, как встречают гостей у нас на севере. Присаживайтесь. А может, сядем за стол? Нет, наша церемония будет проходить прямо здесь. Ну ладно. Это что за напёрстки? Побольше кружек, нет? По нашему обычаю, чай пьют из маленьких глиняных пиал, чтобы лучше почувствовать вкус. Да уж. Саня, подожди. Сначала с чаем нужно поздороваться. Это как? Привет, чай? Да нет. Это значит поднести чашку и глубоко вдохнуть запах. Вот так. Теперь можно пить. Очень красивая церемония. Да, и отличный чай тученце. Вот бы еще чего-нибудь сладкое. А есть и сладкое. Угощайтесь. Традиционное северное варенье из шишек. Шишки? Ну нет, спасибо. Я, пожалуй, тоже откажусь. А конфеты или пироги есть? Вместо конфет у нас сушеная клюква. Принести? Клюква? Она же... кислая. Спасибо, все было очень традиционно. Да, нам пора. Традиции, обычаи. Хе, подумаешь, какая важность. Послушай, кажется, у меня есть идея. А у нас традиционный пикник. Да, там, откуда мы родом, есть обычай устраивать пикник на футбольном поле. Странный обычай. Ну что ж, традиции нужно уважать. Ладно, доиграем в другой раз. Если хотите, присоединяйтесь. Конечно, хотим! Я уже проголодался. Что у вас вкусненького? Ничего. У нас такой обычай. Все угощения приносят гости. Ну хорошо, сейчас что-нибудь принесу. Кеша, Тучка, поможете? Конечно. Сработало! Здорово ты придумала! Вот, черничный пирог. А почему такие маленькие кусочки? Всем одинаковые. А по нашим обычаям, тем, кто пришел на пикник первым, положена двойная порция. Ничего себе обычаи! У нас всегда так было. А если не уважаете наши традиции, мы вас не держим. Ну что вы, конечно, уважаем. Берите. Спасибо. Ой, я, кажется, забыла дома компот. Сейчас бегаю. Какой хотите, вишневый или яблочный? Я за яблочный. Я тоже. А по нашим обычаям черничный пирог едят только с вишневым компотом. Вот и нет. С яблочным тоже едят. А я говорю, только с вишневым. Таков обычай. Да ты это сама выдумала. Значит, тебе можно выдумывать обычаи, а мне нельзя? Выдумывать? Ой. Значит, вы нас обманывали? Я так и знал.
Простите, нам просто тоже захотелось иметь свои обычаи. Обманывать – это очень плохой обычай. Мы больше так не будем. Кеша, Тучка, что скажете? Думаю, придется простить. По старой доброй традиции. Плакса. Бросай мне! Я открыт! Да ты все равно промажешь! Молодец, Тучка! Всем привет! Привет! Привет. Сколько можно гонять мяч? Давайте поиграем в балет. Балет? Это же для девчонок! А вот и нет! Вам понравится! А правда? Почему бы не поиграть во что-то новое? Да, я тоже не против. Ладно, поиграем в твой балет. Но сначала нам нужно закончить матч. Да, у нас игра до 10 очков. Это вы до вечера играть будете. Я хочу балет прямо сейчас. Ха, а я хочу попадать в корзину с закрытыми глазами. А я хочу балет. Соня, ты чего? Соня, не плачь! Ладно, ладно, давай играть в твой балет. Отлично! А еще глупее костюмов не было! Вы ничего не понимаете в балете. Итак, главная роль у меня. Сейчас я расскажу, кто что должен делать. Тучка, тебе нужно махать руками, как ветками. Лисичка, у тебя очень важная роль. Ты должна говорить «ква-ква» и прыгать. Саня? Я отказываюсь участвовать. Это не балет, а какой-то цирк. Да, мне что-то тоже не очень нравится. Давайте придумаем костюмы вместе. Нет, это моя постановка. Ну, если твоя, тогда играй одна. Что? Ой, кажется, Соня опять расстроилась. Ну, хватит плакать! Мы на все согласны. Раздавай роли. Так-то лучше. Давайте репетировать. Браво! Браво! Спасибо! Спасибо! Держи, лисичка! Мне очень понравилось, как ты исполнила партию лягушки. Спасибо, Валя! Я старалась! А как же я? У меня вообще-то была главная роль! Опять началось! Соня, ну не плачь! На, возьми букет! Почему это вы не зовете на бис? Бис. Бис. Знаете, по-моему, Соня плачет не по-настоящему. Да, она просто притворяется, чтобы заставить всех делать так, как ей хочется. Точно, с этим пора заканчивать. Надо отучить ее плакать. Но как? Вот видите, всем понравился наш балет. Предлагаю отметить это вечеринкой. Собираемся у лисички. Мальчики, кажется, у меня есть идея. А вот и торт. Выбирайте, кому какой кусочек. Мне с фигуркой. Я тоже хочу с фигуркой. А я первая сказала. А я... Ты чего? Я хочу этот кусочек. Я тоже хочу. Хватит, пожалуйста. Давайте поделим фигурку на всех. Так-то лучше. Вот видишь, что бывает, если все начинают притворяться.
Да, простите. Я вела себя некрасиво. Ешьте фигурку без меня. Фигурок на всех хватит.